as you can see, thanks to God, at this day, 27th of March 2022, we can celebrate 9 years after my operation with deadliest glioblastoma. And if you want to understand and talk with me, I can show you my own phone number and we can be celebrated together with you. В данном случае я обращаюсь, по крайней мере, с моими английскими приятелями, коих-то в действительности очень много, потому что интернет — это не для всех, естественно. Но давайте все-таки определимся, сколько я живу с операцией под названием глиобластома. Так вот, на сегодняшний день, 27 марта 2022 года, я прожил уже 9 лет. Во многом благодаря Господу Богу. И именно благодаря Господу Богу, я молюсь на Него каждый Божий день, я живу и объясняю, как можно жить. Не только вам, естественно. Есть люди, которые также обращаются ко мне. Их достаточно много. Есть люди, которые смотрят кино, это хорошо, потому что все сюжеты, которые я раздаю, весь мой сюжет, вся моя сюжетная линия на телеканале YouTube, она, естественно, бесплатная. И поэтому смотрите внимательно. Теперь вопрос, сколько я потратил денег. Первоначально на основную часть я потратил 130 тысяч долларов. Не кисленькая сумочка, да ведь? Вообще не кисленькая. То есть, ну, это не дешевое удовольствие вообще, по сути, событий. Но благодаря Господу Богу я вам показываю, как это все дело лечится. И если у вас есть проблемки, то в конце сюжета я показываю вам мой телефончик. Можете позвонить, я вам все объясню, как лечение глиобластомы не таким серьезным образом подрывает ваш бюджет. Естественно. Самое забавное, что в отличие от других интернет-вещатель, я это все делаю бесплатно и только для вас. По одной простой причине. Мне нравится жить и работать именно для вас. Поэтому я не скулю и не говорю, дайте мне денежки. Нет, такого не существует вроде. Поэтому кто скулит, ну, такова у них цена вопроса. Теперь возникает другой вопрос. Есть определенные вещи, которые я купил. Я купил их на Кубе. Тоже благодаря Господу Богу нашему. Но видотокс, который я пропиваю, он не бесконечен. То есть примерно через 2,5 года я его пропиваю вновь и вновь. То есть в этот раз я его еще раз пропил. То есть давайте все-таки определимся. Пока есть определенные вещи, но они каких-то космических денег стоят. Ну, представляете, да? Не так давно, буквально в этом месяце, в феврале, в марте месяце, американцы кое-что в двойном свете определились. Но процедура, она стоит уже космических денег. Для каждого россиянина сейчас 70 тысяч долларов – это, конечно, геморройчик. Поэтому я говорю, как все делается дешевле. Дешевле. То есть не надо в такие деньги улетать. Вообще, как бы сама ситуация нам интересует следующим образом. То есть мы можем думать о том, что рано или поздно все это будет лечиться. И пускай это будет лечиться. Но постарайтесь сделать так, чтобы мы не впрягались в эти количественные бабки, которые вы хотите заработать. Ребята, это не то дело. Я вообще стараюсь сделать так, чтобы мы сейчас, допустим, мы победили уже практически большую часть болезни сердца. То есть можно съездить в Челябинск, сделать себе качественную операцию. Давайте сделаем все так же, только дешевле. Люди, поверьте мне, не все сверхбогатые. А я не рассчитываю на сверхбогатых. Я рассчитываю на тех, у кого денег так же, как у меня. Не сильно-то и много.